Соревнования по художественной гимнастике, несмотря на товарищеский характер, все же имели своей целью определить сильнейших спортсменок не только по технической части. Учитывались артистизм, художественное мастерство, умение подать себя. Более 60 юных граций претендовали на победу в своей возрастной категории. Количественный показатель – одно из подтверждений того, что этот вид спорта популярен среди молодежи. Уровень подготовки достойный. Дети очень сильно подтянулись. За целый год очень большой у них такой скачок был. Поэтому я очень рада, что они идут вперед. Самое главное – побольше им здоровья, этим деткам, и успехов в работе. На хорошем, очень хорошем уровне. Я пользуюсь случаем. Хочу выразить огромную благодарность от лица администрации всему тренерскому составу отделения художественной гимнастики. В большей степени, наверное, тренеру Захаровой Виктории, она и главсудья на этих соревнованиях, она все это организовала, благодаря ей этот турнирчик второй год организовывается. Сложность исполнения номера зависела от возраста гимнасток и, конечно, их персональных способностей. Если самые юные спортсменки представляли упрощенную программу, то старшие брались за выполнение серьезных элементов. И для тех, и для других выступления перед широкой аудиторией только плюс в дальнейшем творческом пути. На соревнованиях они приобретают опыт, учатся преодолевать волнение, готовятся к будущим состязаниям. Подготовка идет у маленьких намного как бы поменьше, у них какие-то упражнения полегче. И постепенно переходит к более старшему возрасту. Там уже дети показывают свое мастерство, свой артистизм, грацию. И судьи уже это оценивают по более серьезному и пожестче. Первенство по художественной гимнастике «Лучики солнца» проходили на городском уровне. Однако в планах организаторов расширить рамки соревнований, вынести мероприятие на республиканский, а в будущем и на международный уровень. Масштаб нынешнего первенства доказал, что осуществление задуманного – лишь дело времени. Расскажи свои впечатления и ощущения. Очень хорошо. Понравилось? Да. Ну, выложилась, наверное, на все 100%. Да. Очень гордимся ее достижениями. Она очень, у нас спортивный волевой характер у нее, как он вырабатывается еще больше. Мы довольны, что мы пришли в этот спорт. Вчера наверняка наблюдали за выступлением. Что можете сказать? Ну, дети очень сильные, подготовленные, очень красивое выступление. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».